Меня зовут Дмитрий Клоков, чемпион мира, чемпион Европы по тяжелой атлетике, серебряный призер Олимпийских игр в Пекине. Сегодня мы с вами поразмышляем на разные темы. Постараюсь ответить на разные вопросы, которые у вас возникают в процессе тренировки и вне. Какие самые распространенные ошибки в тяжелой атлетике допускают новички? Первое, хочется сказать, что существует топ-3 мышц в вашем теле, которые абсолютно не готовы к выполнению рывка и толчка классического. Номер один – это бедра, сила бедер. Но вы сейчас скажете, да у меня ноги сильные, я там 200 приседаю, или там 150 приседаю и так далее. Вы должны понимать, что ноги, наши бедра, могут работать на подъем штанги, а могут работать на прием. Вот когда вы делаете рывок классический, или взятие на грудь, или толчок, когда вы подсаживаетесь в сет, то весь этот вес, собственный вес, вес на штанге, все это падение штанги вниз, да, вы должны чем-то остановить. И именно за это отвечают мышцы. Именно для этого штангисты тренируют мышцы на статику, именно на удержание. Потому что когда вы делаете рывок и падаете под штангу, вы не можете большой вес встретить высоко и жестко. Вы просто провалитесь в сет, и в нижней точке, естественно, вся нагрузка идет на локти. Именно отсюда на локти, на плечи и на кисти. Именно отсюда возникает столько много проблем у новичков, потому что они штангу вырывают. У них силы натуральные, у них силы природные очень много. Они ее вытаскивают, но дальше они не понимают, что с ней делать. У них организм не готов встретить высоко и жестко. Их мышцы не готовы встретить высоко и жестко. Поэтому им ничего не остается, как просто падать камнем вниз, и весь этот тяжелый вес просто идет к ним на плечи. Поэтому первая группа мышц, которая у вас отстает и которую нужно обязательно тренировать, это мышцы на статику. И ту же самую проблему вы можете испытать на старте, когда вы настраиваетесь на старт в рывке, например. Почему у многих задница слишком высоко? Потому что если вы опустите задницу чуть ниже, таз чуть ниже, то весь ваш вес тела вы будете чувствовать на бедрах. И поскольку ваши бедра не готовы к такой статичной работе, соответственно, вам это некомфортно, вам это не нравится, и вы думаете, что за ерунда, я еще ничего не начал делать, а у меня уже ноги устали. Поэтому процентов 10-15 людей просто садится вниз расслабляется и с динамического старта начинает снимать штангу, пытаясь пройти как можно быстрее и комфортнее эту точку, где весь вес тела вы чувствуете на бедрах. Но в основном люди поднимают таз выше, потому что когда вы поднимаете таз выше, то практически вся нагрузка с бедер переходит на спину и на заднюю поверхность бедра. Это неправильно. Никогда вот с таким положением тела на старте вы не сделаете правильно рывок или правильно взятие на грудь и, соответственно, не поднимете максимальный вес. Следующий момент – это толчок. Когда вы делаете толчок и садитесь в подсет, если вы вспомните, что происходит с вашими коленями, вы поймете, что опять-таки бедра в статике у вас очень слабые. Что происходит с вашими коленями? Всегда колени идут вовнутрь, и при этом центр тяжести идет на носки, и потом все уже в ножницах ломается. Поэтому обращайте на это внимание, тренируйте ваши ноги на статику. Как штангисты это делают, это приседание медленно. То есть вы садитесь в сет медленно, штанга пытается вас задавить, продавить в сет, а вы стараетесь как максимально долго с ней садиться. Ну, не максимально долго, естественно, все относительно, но секундок 12-15, в зависимости от веса. Таким образом, ноги станут сильнее. И плюс обращайте внимание во все эти положения, если вы делаете рывок, ставьте сразу свое тело в правильное положение, потому что все эти правильные повторения изо дня в день, из подхода в подход, они тоже тренируют все это, и мышечную память, и также на силу. Вторая группа мышц, которая у вас отстает в вашем теле для правильного выполнения рывка и толчка классического, это верх спины. Верх спины. Если вы, например, вспомните, как вы берете на грудь, и что у вас первое ломается в вашем теле при взятии на грудь, вы вспомните, что это верх спины. Верх спины сгинается, при этом локти опускаются вниз. В этот момент центр тяжести переходит на носки. И, соответственно, когда вы встаете вверх, вы уже думаете, что все это ваши ноги не тянут. На самом деле, ваши ноги намного сильнее. Вы не используете ваши ноги, потому что при сломанном, при согнутом верхе спины центр тяжести всегда будет оставаться на носках. То же самое происходит и при приседаниях на груди, то же самое происходит при приседаниях на плечах. Первое, что ломается в вашем
теле, вашей конструкции, вашей позиции, это верх спины. Следующее. Момент, где вы можете ощутить вот этот недостаток сил в верхней части спины, это толчок. Когда вы садитесь со штангой в подсед, у вас опускаются локти. Опускаются локти, потому что организм не готов держать локти здесь, потому что в этой позиции, когда локти высоко, ваш верх спины работает на удержание. Из-за того, что верх спины слабый, организм просто автоматически опускает, и все. И в этот момент, опять-таки, центр тяжести сваливается на носках. Поэтому вторая группа мышц, которая отстает в вашем теле, это верх спины. И штангисты тренируют верх спины в приседаниях, в правильной позиции, в правильной постановке рук, спины, подбородка и так далее. Тренируют в приседаниях на груди и также в наклонах через козла. Наклонах через козла нужно делать не просто с руками здесь, не просто с руками за головой, а опять-таки в том положении, в котором верх спины зафиксирован. Вы зафиксируете верх спины и просто работаете вниз-вверх, и верх спины работает на удержание, он работает в статике. Собственно, эту группу мышц мы и используем только в статике. В тяжелой атлетике она в динамике не используется. На грудь она работает в статике. В подседе она работает в статике, в рывке она работает в статике. Поэтому, если вы будете делать приседания и держать ее постоянно в статике, в правильном положении, то именно в этот момент она будет укрепляться, и ваш организм будет понимать, что он делает и для чего он это делает. И следующая группа мышц, которая отстает сейчас в вашем теле для правильного выполнения рывка и толчка классического, это трапеции и икры. Это следующая группа мышц, которая у вас недоразвита для того, чтобы правильно выполнить тяжелоатлетические упражнения. Если вы вспомните, как вы делаете рывок или взятие на грудь, то вы можете вспомнить, что ваше тело не выпрямляется полностью. Вы так немножко остаетесь с согнутыми ногами, с согнутыми коленями. У вас локти чуть-чуть уходят назад. Это именно происходит из-за того, что организм не готов сопроводить штангу и упереться со штангой на так сказать, вытягивание ее в струнку, мы так называем, да? Как штангисты тренируют трапеции и икры? Штангисты тренируют это в тяжелоатлетической тяге, потому что есть тяга такая, назовем ее троеборская, где вы просто поднимаете горбом, а есть тяга, которая именно с финальной фиксацией, с вытягиванием, с локтями, с трапециями, с выходами на носки. Вот именно в этот момент, потому что тягу вы можете сделать с большим весом, обычно это на 30, на 50, кто-нибудь делает на 60 кг больше, и в этот момент вы тренируете и трапеции, и икры. Это тоже необходимые группы мышц, которые у вас сильно отстают.